Всем привет, я в магазине Светофор, город Орск, Пацаева, 16. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Итак, нам привезли эмаль Дорадо PF115, глянцевая в ассортименте, 6 килограмм 701 рубль. Дерево, металл и бетон. А сверху я вижу зеленая. Там, наверное, еще какая-то есть. Вот голубая. Я так думаю, наверное, еще какие-то цвета тоже еще есть. И белая, наверное, есть. Так, это у нас еще эмаль. Глянцевая, 0,8 килограмма в ассортименте. Также вот зеленые цвета. И все здесь не выставлены. Для наружных и внутренних работ 134,80. Еще это грунт эмаль по ржавчине, тоже хорошая вещь. Где она? 3 в 1 для окрашивания металлических конструкций, подвергшихся коррозии. Содержит ингибитор коррозии и преобразователь ржавчины. 3 в 1. Тоже Дорадо. 0,8 килограмма. Цвета тоже в ассортименте. Вот здесь даже красный есть. 153,50. Грунт сюда пришел. Кто спрашивал, в этот магазин привезли грунт торф. Универсальный 50 литров. 143,90. А это универсальное удобрение Фазенда для цветущих и декоративных лиственных растений. 900 миллилитров. Микроэлементы азота, калия, медь, бор, железо, стимулятор роста гуматы. Вот смотрите, в каких пропорциях. 174 стоит. Привезли шланг садовый, саморастягивающийся, с 10 метров на 30 метров. Растягивается 7 режимов, один шланг и один адаптер. 444,40. Это, мне кажется, хороший напор нужен. Нам он не подходит на дачу. Биогумус, жидкая вытяжка, высокая концентрация. 100% органическое удобрение. 49 рублей 1 литр. Так, а это тоже Фазенда. Универсальное средство от сорняков сплошного действия. Уничтожает стебель и корни. И нахрен все уничтожит вместе с помидорами, огурцами. 100 миллилитров, 150 рублей. Боюсь я такие средства использовать, конечно. Зеленое мыло с распылителем 1,2 литра, 99,80. И бордюрная лента здесь тоже есть. 143 рубля. 9 метров. Еще что-то здесь есть. Марганцовка, защита от болезней. 50 грамм, 43,30. Баки сюда тоже привезли. Огромные. Огромные баки прям. О, туда даже заглянула. И сбоку там есть отверстие для слива, для крана. О, привезли стремянки металлические. 4 ступеньки. Выдерживает 150 килограмм максимум. 1214 рублей. Вот таким образом выглядит. Не могу показать. И в наличии вот на витрину не поставили. Вот как так показывать, как смотреть. Я даже не понимаю. Вот, смотрите. Сняла, и чтобы вам показать. Рифленая поверхность рабочей площадки для предотвращения скольжения. Устойчивая платформа, наличие страховочной стяжки. Многофункциональный лоток для инструментов. Металлическая. Ну все, 1214 рублей. Чайники электрические опять пришли, 2,2 литра. Металлические, 540 рублей. Кто-то уже спрашивал, пахнут они или нет. Поначалу пахнут они, а потом несколько раз, когда прикипятишь, уже никакого запаха нет. Мощность 1500 ватт. Эргономичный дизайн, стиль, комфорт и безопасность.
Также и сюда завезли цветы луковичные. Гладиолусы, лилии и так далее. Много разных цветов. 42,80 всего. 43 рубля. И крышки. Набор крышек полиэтиленовых. 20 штук в упаковке. И сливная крышка. Ух ты, вон они какие. Смотрите. Смотрите. Все простые. И одна идет сливная крышка. У меня такая есть сливная крышка, я ей пользуюсь постоянно. Или компот какой-то слить, или огурчики там, рассольчик там с помидорчиков. Отличная штучка. Так, 10 штук двубортная, 10 штук однобортная и одна штука сливная. Сделана в Белоруссии. 96,70. Что здесь еще интересного? Безе 138 рублей. Батончики 119. Вот эти, говорят, очень вкусные. Сдобные колечки 144 рубля. Кружочки сдобные 1 килограмм. Печенье восточное. Земелах с орешком. Мне кажется, такое вкусное. 156 рублей 800 грамм. Кстати, вот наподобие тоже 4 ступеньки наподобие той, которую продают. А вот она стоит, кстати, в разобранном виде. Вот она здесь против скольжения. И вот лоточек, про который я вам говорила. Вот лоточек идет для инструментов. Хорошо. Печенье-сэндвич с ванильной начинкой. 1 килограмм 157,50. Ох, вкуснятина пришла. Берегитесь зубы. Аказинат подсолнечный. Я всегда, когда ем их, мне всегда кажется, что я сломаю зубы. 79,90. А ведь больше не вырастут. Поэтому в моем возрасте уже опасно кушать. Да и вообще, я не знаю, у кого зубки еще молодые. Да, хорошо. Вкусно. Мясо. 159 рублей такое. А уже мороженое. И сейчас посмотрим, сколько... Не мороженое. 189 рублей такое мясо. Яблочки. Есть и красные. 71 рубль. Вот такие вот зелененькие, не знаю почем. А, вон 55 рублей. Зеленые яблочки в тебе 55 рублей. Грибы. 161 рубль. Сыр мраморный 310 рублей. И, кстати, вот эти вот этот сыр еще остался, который был такой с имитированной икрой, разобрали моментально. Он такой вкусный. У меня дочка пошла, чтобы взять, и уже ни в каком магазине нет. Я вот сколько прохожу этих магазинов, и никакого и нигде нету. Как и сыр рикотта, тоже вот такой есть, я такой не знаю, а вот желтый, сказали, вкусный, тоже нету. Тоже все весь разобрали. А говорят, что в светофоре невкусно и не полезно. Боже, сколько мяса, сколько мяса. Ну, вот этот, конечно, российский сыр будет невкусный. 263 рубля за килограмм. Заменитель молочного жира. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.